Привет, друзья! Икра из баклажанов – вкусная и ароматная закуска. Домашняя икра в разы вкуснее магазинной, а на ее приготовление понадобятся овощи, которые в летний сезон всегда есть под рукой. Сегодня я буду готовить икру из кусочков овощей. Так вкус икры получается намного ярче, более насыщенный и выраженный. Очень часто баклажанная кожура добавляет этому овощу горечь. Поэтому для приготовления блюда она не нужна. Я просто очищаю от нее баклажан. Очищенные баклажаны буду нарезать небольшими кубиками. Перец буду нарезать небольшими кубиками. Лук буду нарезать небольшими кубиками. Морковь буду натирать на вот эту тёрку. На тёрке натираю помидоры. На хорошо разогретой сковородке с растительным маслом сначала обжариваю баклажаны. На среднем огне баклажаны обжариваю приблизительно 10 минут. Баклажаны в процессе жарки впитывают очень много растительного масла, поэтому добавьте достаточно масла. К баклажанам добавляю морковь, лук и красный перец. Все овощи хорошо перемешиваю. Во время обжаривания периодически помешиваю овощи, чтобы они не подгорели. Через 20 минут обжаривания к овощам добавляю томаты потертые. Все хорошо перемешиваю. В самом конце обжаривания солю икру. И немножко добавляю сахара. По желанию вы можете добавить специи, которые любите. Например, черный перец. Мелко нарезаю укроп. Общее время приготовления икры приблизительно 40 минут. Готовое блюдо украшаю мелко нарезанным укропом. Такая икра из баклажанов – мое любимое блюдо в летний сезон. Надеюсь, вам также понравится. Благодаря обжарке кубиками овощи сохраняют свою форму, но вкус получается намного выраженнее. Друзья, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Ставьте лайк, если вам понравился рецепт.
Буду делиться с вами новыми вкусными рецептами и полезными советами.